Этой зимой из-за нехарактерно теплых погодных условий и влажности пришлось закрыть рекордно большое количество участков дорог местного значения. А до этого погода серьезно повлияла на график работы строителей, рассказал на итоговой пресс-конференции глава Латвии СВАЛСЦЕЛИ Янис Ланге. Погода становится все более непостоянной. В прошлом году, начиная с конца августа, была очень большая влажность, а потом начался паводок. Многие дороги были затоплены. Были объекты, которые из-за погоды мы не смогли закончить в прошлом году. Эти работы переносятся на этот год. Несмотря на погоду и ограниченное финансирование, работы велись на 153 объектах в прошлом году. В том числе отремонтировано 28 мостов и больше 1100 километров дорог удалось привести в порядок. В прошлом году общее финансирование на дороге было 270 миллионов евро. Из них 110 миллионов – финансирование европейских фондов, а еще 160 миллионов – из государственного бюджета. Это деньги и на содержание дорог, и на устранение последствий наводнения. Отдельная статья расходов – это контроль качества. Нам по-прежнему приходится тщательно следить за материалами, которые поставляются из карьеров. Иногда содержание пыли в дорожных конструкциях может быть опасным. Самое дорогое, что приходится переделывать, это асфальт. Иногда состав массы асфальта не соответствует требованиям, и приходится все делать заново. В этом году на содержание государственных дорог из бюджета выделяют 183 миллиона евро. Еще 124 миллиона из еврофондов. Этих денег хватит на обновление примерно 1200 километров трасс, примерно на 100 километров больше, чем в прошлом году. От этой суммы примерно 30 миллионов евро будет пущено именно на дороги местного значения. И это крупнейшие вложения в них за последние 25 лет. Мария Иванова, Алексей Иванов, Dot.com TV.